Отец наш Небесный, мы славим Тебя, Твою силу и могущество. Склоняемся перед Тобою, ибо Тобою все создано. Ты повелел и явилось. Ты сказал и сделалось. И Господь наш Иисус также повелел: «Идите и сделайте всех моими учениками, уча их соблюдать все, что я повелел вам, крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа. И мы молим Тебя, чтобы Ты благословил Церковь Твою, народ Твой, чтобы и это повеление исполнилось во имя Христа. Аминь». Так написано: «Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всею землею да будет слава Твоя, дабы избавились возлюбленные Твои, спаси десницу Твоею и услышь меня».
Дорогое собрание, дорогие братья и сестры, наши друзья, наши гости, а также зрители онлайн-трансляции. Всех вас мы рады приветствовать именем Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа здесь, на этом месте поклонения нашему Творцу. Сейчас, по слову псалмопевца, который он написал, он хотел славить своего Господа. И я вас также призываю сейчас прославить нашего Господа пением псалма «Свят, свят, свят Господь наш», номер 12. Свят, свят взывают ангельские хоры, и венцы свои слагают у ног своего Господа. И сейчас я призываю вас обратиться к нашему Господу в одной единой молитве. Наш любящий небесный Отец, мы, дети Твои, собрались здесь, на этом месте, чтобы прославить Твое святое имя. И мы просим Твоего благословения на это служение. Помоги нам прославить имя Твое достойно. Боже, открой наши сердца и наш разум, чтобы мы услышали голос Твой. Что Ты хочешь нам сегодня открыть, Боже, из святых истин Твоих? Будь с нами, а от нас прими благодарность и хвалу, наш вечный и любящий Небесный Отец. Все просим во имя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь.
все гости исчерпал, кто песок земли пересчитал, кто один все имеет власть, кто творенью радость может дать. Всех мальчиков и девочек я приглашаю сюда, чтобы услышать хорошие новости. Вот туда тоже садитесь. А я возьму вот сюда, сяду. Иди ко мне. Ребят, вам придется чуть-чуть повернуть голову на одну минуточку. Ребят, вы любите хорошие новости?
ну вот скажите-ка мне, вспомните, какую хорошую новость вы знаете, какую-нибудь, может быть, слышали вчера, сегодня, хорошую новость. М? Что вернулся Иисус. Уже вернулся? Надо же, я что-то не слышала такого. Думала, что только все ждут. А еще какие бывают хорошие новости? Кто мне может сказать хорошую новость? Сегодня, ребята, у нас история про хорошую новость. Историю будут показывать вот там, поэтому мы все сели лицом к экрану. А я буду вам ее рассказывать. То есть смотрим туда и слушаем меня. Посмотрите, вот эти девочки что-то друг другу рассказывают. Дело в том, что Ангелина, их подружка, вот видите, она с длинными темными волосами, она прочитала в церкви объявление о том, что состоится поход. И она говорит своим девочкам: «Все пойдут в поход! Нам нужно купить котелки для того, чтобы готовить вкусную пищу. В походе же готовят на кострах». И вот он котелок, это такая кастрюлька, которую вешают на специальную веточку и варят в ней в походе суп. А суп в походе бывает, например, из грибов, из морковки, такой вкусный. А? Кашу. Или кашу походную. И вот они собирались в поход таким образом. А в это время вот одна из девочек тоже стала прям запаковывать уже рюкзак и складывать туда эту кастрюльку. И мальчики, которые проходили мимо, увидели, что она засовывает в рюкзак вот такой котелок. Стали хохотать и говорить: «Ха-ха-ха, ты читал объявление в церкви про поход? Эти девочки думают, что нужно взять с собой котелок для каши. Ха-ха-ха. А ты знаешь, что нужно взять?» «Конечно знаю! Надо было читать дальше. Там было написано, что это будет поход с нырянием. А значит, нужно еще взять очки для того, чтобы заниматься подводным плаванием». И вот мальчики стали собирать очки. Они искали, где же такие у них дома лежат очки. Ребята, у вас есть такие дома очки, чтобы плавать, да? И у вас есть. Ну вот они нашли. А? Нет. Вот они стали собирать такие очки. А третий мальчик смотрит, не собирается в поход. Вышел во двор и давай мышцы накачивать. Видите, как он качается? Качается, качается. Ему говорит: «Ты зачем вот это делаешь? Нужно очки собирать, нужно котелки собирать вместо того, чтобы накачиваться». И девчонки стали спорить: «Слушайте, так что нам собирать? Котелки, очки или что делать-то?» И они никак не могли понять, чем же заняться. А вот этот мальчик сказал: «Да вам нужно было объявление еще внимательнее читать. Там было написано дальше, что еще нужно, чтобы мы были подготовлены, потому что в поход идем с тяжелым рюкзаком, пешком. И нам нужно тренировать свои руки и ноги, чтобы мы дошли и были подготовлены». В это время во двор вышел старший мальчик, которого зовут Лёва. Он уже такой вот большой, он вышел гулять со своей собакой. И услышал, как ребята спорят. Ребята у него спросили: «Лёв, Лёв, ну ты же читал объявление в церкви про поход. Как там правильно готовиться? Кастрюльку надо взять? Очки или все-таки мышцы накачать?» А Лёва говорит: «Давайте-ка я вам это объявление сейчас принесу, и вы сами прочитаете». И тогда ребята сели, он дал им это объявление, и они все вместе его прочитали. Оказывается, в поход нужно было и котелок брать, и очки брать, и готовиться накачивать мышцы, потому что будет специальный такой зачет, чтобы человек был сильный. И ребятам стало стыдно, что они ругались между собой. И поскольку все они были верующими, они помолились Иисусу, попросили друг у друга прощения за то, что ругались, и решили готовиться к походу вместе. Вот посмотрите, как они делали. Они выходили во двор и занимались, готовили мышцы свои. Также они приготовили и очки, и котелок. И вот посмотрите, они все-таки подготовились и пошли. Все они несут тяжелые рюкзаки, видите? И они все натренированные, в рюкзаках у них есть все необходимое, в том числе и котелки, и очки для ныряния. А вот как раз котелки, вот котелок, на нем варится то ли суп, то ли каша. Котелок им тоже пригодился, но не только он. И очки пригодились для плавания и ныряния, но не только это.
Да, все пригодилось. Ребята, а вот теперь скажите мне, пожалуйста, на самом деле, кто же из ребят был прав? Была ли права та девочка, которая сказала, что нужно готовить только котелки? Это правильно? Да. Она была права. Только котелки, больше ничего не надо. Очки не надо? Надо. Надо. А вот тот, кто говорил, что надо готовить только очки, правильно говорил? Мышцы только. Все надо готовить, да? А тот, кто говорил, что надо мышцы накачивать, правильно? Алло. Правильно. Ну что ж, я думаю, что вы поняли, ребята, что это объявление им нужно было дочитать до конца, внимательно. Поэтому, если что-то вы читаете, куда-то собираетесь идти, будьте внимательны. А еще будьте внимательны к словам Бога, которые записаны вот в таком большом объявлении. Как это объявление называется? Библия. Поэтому читайте внимательно, что Бог говорит. А можно я сейчас помолюсь о том, чтобы вы были внимательными к словам Бога? Тогда давайте мы вместе встанем с вами и помолимся. Дорогой Бог Иисус, спасибо Тебе, что у нас есть Твоя книга, Библия. Помоги нам быть внимательными и не только кусочки какие-то из нее читать, но видеть всю картину, что нам нужно подготовить, чтобы путешествовать в большой поход в Твои небеса. Помоги, Господи, всем нам, кто сейчас здесь стоит, любить Тебя, верить в Тебя и оказаться в Царстве Твоем. Аминь. А сейчас, ребята, для вас будет задание с раскрасками. Возьмите, пожалуйста, листочки, карандашики и выполняйте это задание. Боже, сотворивший звезды, зажег свет истины в тот час, послав Христа планете темной, затем, чтоб жизнь отдал за нас, Отец наш в Сыне, Сын в Отце есть, несокрушима эта связь. Любовь Христа к Отцу родному Голгофский крест не смог отнять. Любовь Христа к Отцу родному Голгофский крест не смог отнять. Вот воскресенье гимн победы поет вселенная Христу. Венец бессмертия одевают родному Богу моему. О, люди мира, откройте души, Господь войдет к вам законом своим. Любите правду, заветы Бога, живите вечно в согласии с Ним. О, люди мира, откройте души, Господь войдет к вам законом своим. Любите правду, заветы Бога, живите вечно в согласии с Ним. Аминь.
Возлюбленная церковь, приготовьтесь, пожалуйста, к сбору десятин и добровольных пожертвований. Сегодняшняя информация предоставлена казначейством Генеральной конференции. Матфея 28:19-20. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века. А теперь очень важная информация, статистическая информация о мировой церкви нашей. Знаете ли вы, что в мире насчитывается приблизительно 16 500 групп людей при населении в 7,4 миллиарда? Знаете ли вы о том, что среди них 3,1 миллиарда человек, входящие в 6700 групп, что является 42% населения мира. То есть 42% населения мира практически нет христианского присутствия. В 42% населения мира христианское присутствие отсутствует. Два раза в год пожертвования, собранные во время нашего церковного богослужения, направляются на поддержку работы миссии по всему миру. И сегодня один из таких дней. То есть сегодняшнее пожертвование пойдет на миссию мира. Они помогают финансировать миссионеров, больницы, школы и церкви. Они также помогают спонсировать печатные издания и подготовку радиопередач, чтобы люди, которые, возможно, иначе не узнали бы об Иисусе, могли услышать или прочитать о Нем на своем родном языке. И сегодня у нас есть особая возможность помочь продвижению Божьих слов, надежды и любви, и ваша помощь будет очень ценна. Спасибо за поддержку Всемирной миссии и ее служение нуждам этого мира. Помолимся. Дорогой Боже, спасибо, что мы знаем Тебя. Но вот как мы сегодня узнали, еще есть очень много людей, которые не знают Тебя. Помоги, пожалуйста, и приумножь эти средства для того, чтобы они были направлены туда, где Ты считаешь необходимым. Господи, мы хотим, чтобы как можно больше людей были спасены. Во имя Иисуса Христа вверяем эти средства в Твои любящие руки, приумножь их и благослови. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие братья, дорогие сестры, наши дорогие гости, а также зрители онлайн-трансляции, рады вас всех видеть, рады вас приветствовать именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Урок субботней школы сегодня, ну, мне кажется, практически в каждом классе был о том, что христиане – это все-таки люди радостные. Это люди, у которых есть радость в жизни, это люди, у которых есть перспективы на будущее. И даже если нас окружают в этом мире проблемы, печали, но все-таки верующие люди, они живут не нынешним, а будущим. Правда? И я думаю, что, будучи христианами, надеюсь, что радостными, чистосердечными, искренними, вместе здесь встречаясь, я думаю, что можно друг друга поприветствовать святым лобзанием, пообниматься немножечко, поприветствовать субботним покоем, ну, поделиться радостью друг с другом. Сделайте это. Была бы возможность, всех бы обнял. Володя показывает. Вот так, да? Хорошо.
Дорогие друзья, хочу вам сказать еще пару объявлений, которые не были сделаны. В следующую субботу у нас с вами после богослужения в 17:00 состоится пасхальный концерт. И наши уже миссионеры вместе с газетами распространили пригласительные билеты на этот пасхальный концерт. И вы можете взять с собой вот этот пригласительный билетик, который находится на выходе из зала, и пригласить с собой в 17:00 своих дорогих, любимых, родных, близких вам, кто дорог вашему сердцу, кого хотели бы вы познакомить с Иисусом Христом. Концерт называется «Бог по имени Любовь» или «Бог есть любовь», как евангелист Иоанн говорит в послании от Иоанна. Поэтому, друзья мои, не забывайте, берите пригласительные. Лучше, если вы в газете прикрепите этот пригласительный билет и отдадите тем, кому считаете нужным. Пусть Господь нас благословит. Ну что ж, перейдем теперь к теме нашей проповеди. Сегодня проповедь называется «Евангелие». Ну, наверное, знакомое слово, правда? Христианин, когда слышит слово «Евангелие», оно даже и как-то... Ну, Евангелие и Евангелие, ну и что тут такого? Хочу поделиться одной очень важной новостью. Я недавно был в администрации города и по секрету узнал следующее. Пенсионеры, пенсия будет увеличена в 2 раза в ближайший месяц. Хорошая весть. Что, серьезно? Я бы мог вам ее не говорить, но узнав, я решил поделиться с вами. Все трудящиеся в течение ближайших 2 месяцев зарплата будет увеличена в 2 раза. А цены в магазине останутся на прежнем уровне. Даже на некоторые продукты понизятся. О, я смотрю, какой пошел... Волна пошла такая, вдохновение. Радостная весть, правда? Я пошутил. Я хотел просто-напросто нам с вами помочь увидеть, что, вы знаете, в нашей жизни есть вещи, которые вы услышали, и вы думаете, какая хорошая весть, какая хорошая новость. И вы этой новостью стараетесь всегда поделиться, правда? То есть, если у вас повысили пенсию, и вы вдруг стали обладателем этой информации, в первую очередь вы бежите к своим соседям и делитесь этой информацией с своими друзьями, близкими и родными. В моей жизни был случай, я хочу с вами поделиться этим случаем. Я долгое время проживал в Белоруссии, жил в одном городе, не буду говорить, какой город, и мы снимали дом, арендовали часть дома или пристрой к дому у одной семьи. Это были поляки по национальности. Ну, вообще, речь, короче, не идет о национальности. Это были пожилые люди. Я с этим человеком познакомился, беседовал. Он мне много рассказывал о войне, которая была. И вот он мне что рассказал, о чем он мне поведал. Он говорит, было время очень такое голодное, кушать было нечего, не было что одеть. И вдруг немцы вошли в город, заняли этот город, и, говорит, у нас вот в этом же пристрое, где я жил, он, говорит, остановился немецкий офицер, он там жил в этом пристрое. И, говорит, увидев нашу бедность, сказал мне, слушай, я организую гуманитарную помощь, и ты собери всех, вот кто, знаешь, кого в домах есть близко, пусть они придут и заберут, что нужно вам, еда, там, одежда, все будет. Что он сделал? Он взял, пошел, позвал самых близких себе людей. То есть он позвал своего брата, он позвал свою сестру, он позвал сестру сестры и больше никого не позвал. И вся гуманитарная помощь, которую немцы привезли, он растащил к себе по домам. И на протяжении всей войны у него были продукты, у него была одежда, он делился этими... Вернее, он не делился, он продавал, он менял эти продукты и эту одежду за деньги, за золото.
И в конечном итоге даже война закончилась, а он мне показывал новую немецкую форму. То есть у него еще осталось. Как бы вы охарактеризовали такого человека? Что бы вы о нем подумали? Что это за человек? Эгоист, еще как? Хорошее слово. Знаете, русский язык все-таки хороший русский язык. Слово такое крахобор. Ну, может быть, жестко, но в яблочко, правда? То есть немецкий офицер сказал: я привезу гуманитарную помощь. Это добрая весть, раздайте ее всем людям нуждающимся. Он вместо того, чтобы раздать, все принес себе домой и продавал это. И даже когда у него оставалось, он вместо того, чтобы раздать, дождался даже вот до 80-х годов и мне показывал эту форму. Хотя людям нечего было одеть, нечего было есть. Крахобор. Нехороший человек, правда? Нехороший человек. Да, да. Он ходил все время, я его видел, он все время ходил в военной немецкой форме. Вот даже вот в это время. Почему меня и заинтересовало? Ну ладно, ладно. Я приглашаю вас открыть послание апостола Павла к римлянам, 10 главу. Вы знаете, я пытаюсь очень часто привести примеры. На них можно смотреть со стороны и сделать выводы о каком-то человеке. Но я привожу пример не с этой целью. Мое желание, чтобы мы не об этом человеке вынесли суждение, а чтобы мы увидели. Чтобы мы увидели. А мы, вот мы, что мы из себя представляем как люди, как народ Божий, как христиане? Вот давайте мы откроем с вами послание апостола Павла к римлянам, 10 главу. 10 глава. И прочитаем с 13 по 15 текст. Открыли? Хорошо, давайте читаем. «Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовал? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги, благовествующие мир, благовествующие благое». Так вы видите, апостол Павел, он говорит, в принципе-то, поверить в Иисуса Христа просто, спастись просто. Но дальше он говорит, если это просто, то как это просто становится достоянием людей, которые живут в этом мире? И дальше он начинает задавать вопросы один за другим. Он говорит, как услышат люди об этой благой вести, если эта весть к ним не пришла? А кто будет говорить, если этих людей не послали на проповедь Евангелия? Вы понимаете, апостол Павел задает вопросы. Он говорит, да, Евангелие доступно сегодня всем, но оно доступно через благовестие. Через людей, которые услышали эту благую весть и делятся с теми, кто их окружает. Как прекрасны ноги, благовествующие, благовествующий мир. Благовестники прекрасны. Итак, Бог посылает людей на проповедь Евангелия. Без Его помощи благовестие невозможно. Невозможно принять Иисуса Христа, если нет людей, которые несут эту благую весть к этому миру. Нет возможности людям принять Христа, если люди услышали и дома у себя положили, как этот, как вы сказали, кто он, который взял и положил. И дальше не несет, дальше не говорит об этом. Вот, давайте мы подумаем. Что значит благовестие? О чем, к чему Бог призывает верующих людей? Что такое само слово благовестие? Благая весть.
Я хочу вам прочитать, что такое благая весть. Слово «евангелио». «Евангелио» состоит из двух слов греческих. «Ев» – «добро», «благо». И греческое слово «ангелио», «ангелиос» – «весть, известие». То есть «добро», «благо», «весть, известие». «Евангелие» – это значит «весть о каком-то добре», о каком-то благе. Итак, что значит благовестие? Это значит, этому миру нужно рассказать добрую, благую весть. Евангелие. Рассказать Евангелие. Хорошо. Я никогда не задумывался и не задавал себе вопрос, сколько раз слово «Евангелие» встречается в Новом Завете? У кого есть с собой уже... Сережа, ты можешь посмотреть, сколько раз встречается слово «Евангелие» в Новом Завете? Откуда ты здесь? Посмотрел уже? Я нашел 19. Но оно в сочетании. Вот слушайте. Евангелие, Евангелие, именно слово Евангелие. 5 раз встречается Евангелие Царства. Евангелие Царства. Не помните, кто проповедовал Евангелие Царства? Давайте откроем Евангелие от Матфея. Даже, Евангелие даже называются Евангелием, благой вестью, доброй весть. Евангелие от Матфея, 4 глава, 23 текст. Евангелие от Матфея. 4:23. Я в поисковике библейском, не в этом. Угу. Читаем. Может быть, больше раз. Вопрос не в этом, вопрос вот в чем. Какие Евангелия встречаются? То есть, какие Евангелия встречаются? Евангелие от Матфея, 4 глава, 23 текст. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя...» Что вы там встречаете? «Евангелие Царства». То есть Иисус проповедовал Евангелие Царства, и вселяя, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Ну и еще один текст в Евангелии от Луки в 17 главе, 21 текст. И не скажут, вот он здесь или вот он там, ибо вот Царство Божие внутрь вас есть. У меня сразу появляется вопрос, что это за такое Евангелие, что за Евангелие Иисус Христос проповедовал, Евангелие Царства, которое есть внутри верующих? О чем идет речь? Что за Евангелие? То есть, если это благая весть, добрая весть, то это весть о чем? Что в себе скрывают вот эти слова «Евангелие Царства»? Как вы думаете? Что такое Царство Божье? В Иисусе, еще как вы думаете, что за Царство, что за Евангелие Царства? Володь. Есть такое соло-скриптура. Библия ничего, кроме Библии. Сама Библия дает ответ, что такое Царство Божье. Давайте мы откроем с вами Псалом 144 и посмотрим, что это за Евангелие такое. Что же Иисус за Евангелие Царства проповедовал? О чем это Царство-то? Царство Божье. Псалом 144 с 10 по 13 текст. Псалом 144 с 10 по 13 текст. Давайте послушаем. «Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего».
«Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое, владычество во все роды или роды». Итак, если смотреть на этот текст, то есть такое понятие, как параллели, параллельные места, которые приводит нам псалмопевец. И он говорит: «Царство Твое», следующая фраза, «владычество Твое». «Царство Твое» – это «владычество Твое». Что значит «владычество»? Как перевести вот это слово? Если «царство» – это равно «владычество». «Царство Божье» – это «владычество Божье». Что значит «владычество»? Владеть. Ну, давайте я со словаря возьму. Владычество – сильное, непреодолимое влияние, воздействие на кого-либо, господство, верховенство, властвование, власть, главенство, иго, преобладание, царствие. Значит, владычествовать – это значит что? Если царство Божье, значит, я нахожусь под Божьим владычеством, под Божьим влиянием. Я покоряюсь Его царству, я покоряюсь Его владычеству. Он мой царь, Он мой руководитель, Он управляет. Почему Христос пришел проповедовать это царство Божье? Давайте прочитаем два текста. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 31 текст. Почему оно Евангелие именно? Почему Евангелие, вот царство, владычество Божье? Евангелие от Иоанна, 12 глава, 31 стих. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». И Евангелие от Иоанна, 16 глава, 11 текст. «О суде же, что князь мира сего», помните, что написано? «Осужден». А дайте мне определение, пожалуйста, слову «князь». Кто такой князь? А? Тоже правильно, тоже правитель. Правильно, правильно. Глава, дается перевод этого слова такой. Князь – это глава феодального государства, титул территориальной власти. Титул территориальной власти. То есть, по сути своей, в проповеди Иисуса, в Евангелии Иисуса, звучат следующие слова. Он говорит: этим миром правит князь. Но я пришел проповедовать вам наступление царства или правления чего? Владычества. Божьего. Божьего владычества. И для людей это Евангелие, освобождение от власти дьявола. Евангелие. Благая весть, свобода. Евреи, кстати, ожидали свободы, ну, буквально физической, что придет царское правление, и римский император будет изгнан, и евреи будут править миром. То есть они такого правления ожидали. Но Христос принес другое Евангелие, Евангелие Божьего Царства, Его владычества. Следующее Евангелие. Евангелие сие, слово сие, 8 раз встречается. Евангелие сие. Ну, приведу пример. Евангелие от Матфея, 26 глава, 13 текст. «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее о том, что она сделала». То есть Евангелие сие, Евангелие царства, о котором говорил Иисус. 2 раза встречается Евангелие благодати Божией. Деяния апостолов, 20 глава, 24 текст. Я пробегаю, потому что мне хотелось остановиться не на этом, на другом Евангелии. И Деяния апостолов, 20 глава, 24 текст. «Но я ни на что не взираю, не дорожу свою жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Вот еще одно Евангелие. А есть еще одно Евангелие, которое, мне кажется, вам более знакомо. Оно встречается один раз. Первое послание Коринфянам, открывайте вместе со мной 15 главу, с 1 по 4 текст. Евангелие,
Ой, прошу прощения, первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 1 по 4 текст. Смотрите, что апостол Павел говорит. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь. Если проповеданное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали, ибо я первоначально преподал вам». И вот он начинает разъяснять, что же он преподал, что за Евангелие. «Что и сам принял, то есть, что Иисус Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был и что воскрес в третий день по Писанию». Вот, мои дорогие друзья, что же это за Евангелие? Добрая, благая весть, которую апостол Павел принял, который и делится со всеми живущими людьми на земле. Он говорит о Евангелии, о благой вести, о том, что Иисус Христос умер и о том, что Иисус Христос воскрес. Это благая весть, это добрая весть, которую апостол Павел пытается донести до всего человечества. Пасха когда у нас будет? 16 апреля, воскресенье. Когда? С 10 числа. Мы попали еще, да? Еще успели. А вы знаете, вот сегодня говорили, что христианства нет только в 43% присутствия. Нет присутствия христианского. Но это не говорит о том, что там не знают о Христе. Это не говорит о том, что не слышали о том, что Иисус Христос умер и воскрес. Я вам показываю китайскую церковь. Вы знаете, что китайцев насчитывается почти 1,5 миллиарда из 7 живущих на земле. То есть, а китайцы, они быстро информацию разносят между собой. Следующее Евангелие. Где? Это индусы. И тоже они Пасху отмечают. А знаете, сколько индусов на земле? Почти тоже 1,5 миллиарда. 1,380 миллионов. Почти 1,5 миллиарда. О, уже почти половина населения. Ну, еще вам покажу жителей. А, нет, не покажу, не покажу. Африка. Вы знаете, что в Африке сегодня быстрее всего распространяется христианство? Благая весть о том, что Христос умер за грехи наши, о том, что погребен был, в третий день воскрес. В Африке самая быстро растущая церковь христианская. А сколько африканцев на земле? Миллиард, больше миллиарда. И мы уже сколько насчитали? 3,14. А сколько живет на земле? 7. Больше половины жителей земли как бы осведомлены уже о христианстве. Но если быть более откровенными, и вы знаете, что сегодня есть интернет, вон Сережа сидит, он сейчас прямо здесь на служении может раз и войти в Google и погуглить, правду я говорю или нет. То есть сегодня у людей огромные возможности, они могут слышать информацию. И я уверяю вас, что сегодня на земле нет практически ни одного человека, который не знал бы об Иисусе Христе, не знал бы об этом Евангелии. Евангелие, что Христос умер и воскрес. Апостол Павел его проповедовал, его проповедовала Первоапостольская церковь, и эта весть облетела весь мир. Смотрите, что мы тут читаем. Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 текст. Откройте вместе со мной, это очень интересно. Евангелие от Матфея, 24, 14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам». Помогите мне, что там написано. «И тогда придет конец». Я задаю вопрос. А разве не проповедано уже Евангелие Царства Божьего Владычества?
Разве не проповедано Евангелие, что Христос умер и воскрес? В чем дело? Почему нету? Ну, написано, и будет проповедано, и тогда придет конец. Это добрая весть, дорогие друзья. Это благая весть. Евангелие – это добрая, благая весть. Мы же прочитали с вами. Освобождение человечества от рабства греха. Возможность войти в Царство Небесное не за плату, а бесплатно. Ну, бесплатно в смысле, вам не надо ничего платить, но за это заплачена огромная цена. Так почему конца-то нету? Более того, знаете, я в свое время размышлял и думал, ну люди же все время рождаются. Сколько появляется на свет детей сейчас? Вот раз секунда прошла, сколько людей появилось? Раз секунда прошла, сколько людей появилось? Это что, надо каждому... Евангелие до них, до каждого надо донести? Это процесс тогда, знаете, или надо прекратить где-то рождение, чтобы все услышали, и тогда конец пришел. Или что-то другое. Знаете, встречаюсь вот в последнее время особенно, не только в нашей церкви, вообще во всех христианских деноминациях происходит такой какой-то духовный спад. Все христиане ожидали, понимаете, все усилия, которые направлены для благой вести, для проповеди Евангелия, направляются именно, вот сегодня мы читали пожертвования, для чего? Да для того, чтобы наше присутствие было там. То есть все верующие живут мыслью, что если Евангелие докоснется последнего человека, то наступит конец. Я одно время совершал служение осужденным, и у нас был такой брат, хороший, пожилой, ныне почил в Господе, и вот он мне все время говорил, конец наступит тогда, когда в каждой тюрьме узнают об Иисусе Христе. Ну, так, понимаете, люди так верят. И я ему задаю вопрос, это значит, надо тюрьмы закрыть и вот этим рассказывать, потому что это же туда же постоянно люди приходят, уходят, приходят. Вот. Поэтому, если быть откровенным и искренним, то вы увидите, что люди сегодня знакомы с Иисусом Христом. Может быть, они лично не знают Его, но они слышали о Нем. Почему конец не наступает? Вот в чем вопрос. Я хочу с вами остановиться на маленькой такой, маленькое вступление сделать. Вы понимаете, что сегодня вот это Евангелие, которое мы с вами прочитали, которое люди несут этому миру, оно немножечко выглядит в каждой деноминации, ну, по-своему. Есть деноминации, которые проповедуют Евангелие дел, закона. Я не знаю, там, свечки купите. Мы сегодня вот говорили на уроке субботней школы, что католики продавали индульгенции. Ну, я не в плане вообще какой-нибудь деноминации особо. Я просто хочу показать, что есть определенные люди, которые верят в то, что Евангелие, вот это Царство Божье, Божье искупление, оно зарабатывается. И если ты его не заработаешь, друг мой, тебя ожидает... Да. Перспектива удручающее. Это Евангелие они проповедуют. Другие христиане, или взгляд других христиан на Евангелие, он такой. Бог тебя любит, я об этом не раз уже говорил, Бог милостив, Его любовь, она настолько велика, что не имеет значения, что ты делаешь, друг мой, ты будешь в раю, поверь. И знаете, там все время у них Бог тебя любит, гладит по головке. Я специально для вас приготовил такую цитату. Знаете, когда мне... Так, по-другому, прежде чем продолжить, я задам вам вопрос. Вам нравится реклама по телевизору? Почему? А чего вам реклама-то не нравится? Ну, хорошие же вещи рекламируют. Почему она вам не нравится? Она надоела, она навязана. Вы понимаете, когда, вы только подумайте, когда о Евангелии, когда о благой вести, о смерти, о любви Божией,
о смерти Христа, о воскресении Христа начинают вам на каждом шагу рекламируют, то знаете, это то, что сделал Бог, теряет в человеческом разуме всякий вес. И оно превращается в такое, знаете, только слышишь, а вот это, Бог тебя любит, знаете, появляется, ну, некое даже отторжение от такого Евангелия. Итак, мы читаем, дешевая благодать – это благодать, вот вникните только в эти слова, без креста. Не в смысле того, что не было креста на Голгофе 2000 лет тому назад, а в смысле того, что никакому человеку не нужен крест. Человеку не нужно ничего нести. Человеку не нужно проходить свой собственный путь веры. За него все это сделано. Понимаете? То есть человеку ничего не нужно. Он принял вот эту благодать. И он, ничего ему не нужно. Он здесь никакого участия не принимает. То есть человек как бы вообще вылетел из этого. К чему приводит эта благодать? Безнаказанность, когда человек... ну, безнаказан, порождает вседозволенность. А вседозволенность, следствие вседозволенности, прочитаю вам. Вседозволенность страшна тем, что ведет к анархии. К сожалению, в умах современных подростков образ анархии приобретает романтический ореол. Они считают, что это круто, не задумываются о последствиях, которые влечет за собой подобный режим. Молодые люди принимают анархию за свободу, путая эти понятия. Но красивое слово на деле теряет всю свою прелесть. Каждый человек делает все, что ему вздумается, не задумываясь о правах другого. В результате люди теряют все свои права. Они живут, не имея права на неприкосновенность, права на частную жизнь, права на переживание, на передвижение. То есть, по сути, не имеют права ни на что. Вседозволенность порождает хаос и оставляет за собой разрушение, исправить которое зачастую просто невозможно. Когда человек живет вот в этом понимании вседозволенности, когда он живет вне креста. Вот такое Евангелие проповедуется этим миром. То есть, с одной стороны, это дела закона, и ты спасаешься через это. Другое, с другой стороны, вообще никаких дел. Благодать, и все. Вот какое Евангелие мир проповедует в основном. Ну, вопрос такой. Баптисты Евангелие проповедуют? Смерть и воскресение, царство, проповедуют. Пятидесятники проповедуют? Проповедуют. Православные проповедуют? Проповедуют. Скоро вы увидите. Какого апреля? Сильно будет. Католики проповедуют? Проповедуют. У меня сразу появляется вопрос. А адвентисты на что? Я скажу вам, что вы понимаете, что если вот это Евангелие, которое проповедуют католики, православные, протестанты, и оно достаточное, то зачем адвентисты вообще нужны? Зачем, Володь, зачем ты здесь сидишь? Не пойти ли бы тебе в баптистам сходить? То в чем дело? Для чего адвентисты появились? Я не случайно затронул эту тему. Ко мне подходят наши верующие братья и сестры и говорят, у меня печалька такая, мне так грустно, я не знаю, чем мне заняться. У меня такой депресняк, я вообще не понимаю, для чего мы нужны как деноминация, какой смысл нашей веры, почему мы появились на этот свет. Ну, был бы я баптистом, и все. Так вот, друзья мои, в Библии есть еще одно Евангелие. Давайте мы с вами прочитаем, что это за Евангелие. Открывайте вместе со мной Библию, книгу Откровения. Книга Откровения. Мы медленно подбираемся к нашей персоне, к адвентистам. Как я нас люблю! Откровение, 14 глава, 6 по 7 текст. «И увидел я ангела, летящего посреди неба, который имел
вечное Евангелие. Вы слышите? Почему я задавал вам вопрос? Если Евангелие – это все, это проповедь Царства Божия, это проповедь воскресения, смерти и воскресения Христа, то почему конец не наступил? В чем дело? Я вам попытался показать, что Евангелие проповедуется разное. От законничества до беспредельного такого Евангелия. А теперь мы с вами видим, что в Библии написано, в Откровении 14 главы 6 по 7 текст. Он имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, всякому племени и колену, языку и народу, и говорил он громким голосом. И вот начинается Евангелие. Что же это за Евангелие, которое проповедует этот ангел? «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Поклонитесь сотворившему небо, землю и источники вод». Вот оно Евангелие, к которому призваны Церковь христиан-адвентистов седьмого дня. Это наша идентичность. То есть мы с вами, говоря о благой вести, о том, что мир этот должен узнать эту добрую весть, должны понять, что есть вечное Евангелие, которое доверено людям, которые живут в последнее время. Бог не случайно эту церковь воздвиг жизни, которая проповедует вечное Евангелие. Итак, Малахии 1 глава 6 стих. Что мы должны благовествовать? Что мы должны нести этому миру? «Сын чтит отца и раб господина своего. А если я отец, то где почтение ко мне? Говорит Бог. И если я Господь, то где благоговение предо мною? Где благоговение предо мною? Царство Божье внутрь вас есть. Когда Христос говорит о том, что есть Божье владычество и Божье правление, то есть народ, который должен исповедовать это, что Бог наш правитель, Он наш владыка, мы Богу подчиняемся, мы под Его руководством и под Его водительством. Вот о чем весть эта благая. Вы знаете, что сегодня люди Бога не любят? Более того, я встречаюсь с людьми, которые богохульствуют, которые о Боге вообще никакого представления не имеют, которые рассуждают о Боге, как, знаете, как о соседе, которые ниже его даже достоинства, чтобы размышлять. А верующие люди, адвентисты, призваны прославлять этого Бога. Они призваны свидетельствовать об этом Боге, что Он царь наш и наш правитель. Вот наше отличие от других церквей. Следующее мы читаем с вами. «Ибо наступил час суда Его». Евангелие – это наступление часа суда. Я когда молодой был, но уже Библия мне в руки попалась, я прочитал Библию, я уже вам говорил не раз, что любимая книга у меня – это книга притчи. Любимый герой – это герой Давид и Соломон. И даже в школе, когда вот я провожу детские проповеди, то я очень часто им привожу примеры именно с царствования Соломона и Давида. Мне очень нравятся эти люди. И вот однажды, читая мудрого Соломона, я наткнулся на такие прекрасные слова в книге «Экклесиаса» 11 главе 9 тексте. Они мне очень понравились, кстати. Молодежь, слушайтесь в эти слова. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в одни юности твоей. Ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих». В общем, какой есть девиз в этой жизни? «Бери от жизни все». Вот я прочитал вот этот текст. Знаете, как мне классно стало? Я думаю, так я же правильно живу. Я беру от жизни все, хожу, наслаждаюсь. Я помню, мама меня решила по совести что-то. Говорит: «Сынок, когда ты будешь работать, когда ты бросишь там выпивать?» Я говорю: «Мама, ты что, Бог мне говорит, чтобы я вот так жил, веселился, пока молодой?» Она говорит: «Что ты мне тут ерунду говоришь?» Я говорю: «Иди сюда».
открываю ей Библию, показываю, она читает и думает. Она говорит, кто написал это? Кто написал эту книгу? Но вы знаете, что я не видел тех слов, которые дальше идут. Что там написано дальше? Ну вот ты живешь вот так, наслаждаешься этой жизнью, ну дальше тут написано. Но только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. На суд вы придете. Все дела твои записаны. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 текст. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброе или худое. Каждому нужно дать ответ. Каждый даст ответ. И вы знаете, вот я понял, почему суд – это благая весть. Прошлые уроки, помните, мы изучали с вами о Духе Святом, который Параклетос, который с нами, который за нас, который, придя на суд, он будет за нас ходатайствовать. И ты начинаешь понимать, что на суд придешь ты, и он тебе говорит, это благая весть, суд наступит. Почему это благая весть? А потому что Иисус Христос, если ты примешь его как личного спасителя, он будет за тебя ходатаем, он покроет все твои грехи, он омоет все твои грехи. Евангелие от Иоанна 3 глава 14 по 21 текст, когда Иисус Христос говорит, как Моисей вознес змея в пустыне, так и сыну должно быть вознесено на Голгофском кресте. Евангелие 5:24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающие слова мои, верующие в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Когда я узнал, что Бог прощает меня, когда я узнал, что Его милость не имеет границ, что Он по великой милости и любви своей покрывает все грехи мои, радости моей не было предела. Я прыгал от счастья, вот такой я был счастливый. И теперь скажите мне, как мне этой благой вестью не делиться с людьми? Как я могу эту благую весть дома спрятать и сидеть, как этот злой Кощей там над златом чахнет? Это же не... Ну, если благая весть меня коснулась, я об этом говорю, я об этом свидетельствую, я рассказываю людям об этом, всем, с кем встречаюсь. Правда, тут мудрость, конечно, нужна, как говорить. Апостол Павел говорит, мне нравится, первое послание Коринфянам, 2 глава, 4 по 5 стих. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Бог силен. Бог, когда вы говорите, Он силу свою проявляет, Он влияет на людей. Мне говорят, меня не слушают, меня обзывают там, я уже много раз говорил, но все равно люди не обращают никакого внимания. Я вам скажу, знаете, я вот, где, куда я прихожу, где я начинаю с людьми соприкасаться, я сразу начинаю о Христе рассказывать. И вы думаете, все принимают? Я сейчас вам только вот несколько назову, как меня обзывают. Сатана, дьявол, извращенец, обдуриваешь бабушек, оббираешь старых дедушек. И пошел этот список. О, я видел, ты вылез из машины, у тебя упал мешок денег, ты там его спрятал туда. Вы что думаете, когда вы будете проповедовать Евангелие, вот эту добрую, благую весть, вас будут гладить по головке? Нет! Нет! Для погибающего мира это юродство, вы юродивый. Но для людей, которые сердца и разум открыты для благой вести, эта благая весть будет касаться. И поэтому, если вы спрятали Евангелие и боитесь свидетельствовать об Иисусе Христе, братья мои и сестры, это проблема. Это огромная проблема. Как о благодати это не рассказывать людям? У Иисуса Христа есть слова, которые Он говорит. Помните, Он говорит, если вы стыдитесь Меня, то и... Я вас постыжусь. Я постыжусь вас. Евангелие от Марка, 8 глава, 38 текст. Ибо кто постыдится меня и моих слов, вы вдумайтесь, что он говорит, кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейно. То есть получается так, что мой владыка Бог, Бог мне открывает вечность, Бог прощает мне грехи, а я стесняюсь прелюбодейному миру свидетельствовать об этом.
Нет. Я не стесняюсь, апостол Павел говорит. Помните, он говорит, я не стыжусь благовестия, потому что это благовестие мне сила Божья. Я когда благовествую, я чувствую Божью силу в своей жизни. Я расту как христианин. Я духовно становлюсь сильный, когда я проповедую Евангелие, когда я рассказываю о Христе. Отличие. Чем мы еще отличаемся от людей этого мира? Не только тем, что Христос умер и воскрес, но мы отличаемся вот чем. Заповеди. Ибо наступил час суда его, поклонитесь сотворившему небо и землю. Поклонитесь сотворившему небо и землю. Что значит поклонитесь сотворившему небо и землю? Вот отличие нашей церкви. Во-первых, бессмертие души, адвентисты не верят в бессмертие души. Во-вторых, это закон Божий. Если вот вы даже оставите бессмертие души в покое и начнете с людьми другой деноминации разговаривать о законе Божьем, однозначно у вас будут проблемы. Однозначно. Если будете с католиками и православными, у вас будут проблемы, сейчас скажу с чем. Вот с чем. Вторая заповедь. И с чем у вас будут проблемы? С воскресением. Потому что все христианские деноминации отмечают какой день? Почти, практически все. Какой день празднуют? Воскресение. Я специально для вас подготовил, что такое воскресение. Воскресение было названо Sunday в честь Бога Солнца, Sun. Это был идол, представляющий светило. Он изображался в виде мужчины, который держал на вытянутых руках горящий круг. В знак особого преклонения ему был посвящен первый день недели. В знак поклонение ему, первый день недели, Богу Солнца, Sunday. А мы читаем с вами, что Евангелие вечное, и здесь написано «поклонитесь сотворившему небо и землю, источники вод». Сидя на работе, я размышлял, вот я прочитал в Откровении вот эту, думаю, что такое, где-то я слышал этот текст. Где-то я слышал «поклонитесь сотворившему». Вот что значит «поклонитесь сотворившему»? Я хочу сказать, что я не ходил ни в одну церковь. На меня не было никакого влияния, какого бы то, ну, я не знаю, информационного поля по поводу, что мне принимать, субботу и воскресенье. И вдруг меня словно молнией пронзило, я вспомнил, я в Исходе читал. Я открываю книгу «Исход», 20 главу, а там написано «помни день субботний, чтобы святить его». Ибо Господь сотворил небо и землю. Вот кто Творец. И вот что значит поклоняться Творцу. Это помнить день субботний. То есть закон Божий. Как люди воспринимают закон, когда вы им о законе начинаете говорить? Вы им говорите, закон Божий. А мне один дядька, главный мусульманин, он мне говорит, я знаете... Молитесь, я тут с одним мусульманином работаю. Такой мужик хороший, такой искренний. Он мне говорит, что ты мне достал со своим Богом? Твой Бог, он, все нельзя. Я хочу, говорит, всех женщин сделать счастливыми, он мне, нельзя. Они так думают, вы понимаете? Христиане, люди очень испорченные. И адвентисты в том числе. Мы живем в своем мире, мы даже не представляем, чем люди живут. И мы к ним приходим со своим Евангелием, но мы должны понять людей. Мы должны вникнуть в их проблемы, мы должны понять, чем они живут, и разговаривать с ними на их языке. Ловить рыбу надо на червяка, а не на торт, который вам нравится. И вот он со мной разговаривает, он говорит, я закон... Бог нельзя. Бог говорит, нельзя, нельзя, нельзя. Я ему говорю, да не говорит Бог нельзя. С какой стороны ты смотришь на заповеди Божьи? Я вижу закон вот так. Есть забор. И на нем написано закон. Человек говорит, забор, препятствие на моем пути. Фу! И что? Фу-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 
Это ограждение. Бог любит тебя, Он хочет сохранить твою жизнь. Вот к чему призваны адвентисты. И я не вижу даже, чтобы у меня время для депрессии было. Я не вижу, чтобы вот так ходить просто в церковь и говорить, мне нечем заняться. Слушай, брат мой, сестра моя,
Открой Откровение и прочитай 14 главу с 6 по 7 текст, по 9, по 12, и ты увидишь, мой друг, что депрессия у тебя улетучится. Тебе Бог призывает Евангелие этому миру нести, рассказывать истинное Евангелие, посредине которой Евангелие. Не Евангелие дел, но и не Евангелие дешевой благодати. Евангелие, которое открывает Божью любовь, но которое показывает, что верующий человек, он в законе ходит. Потому что заповедь Божья блага и добра и свята. Так написано в Слове Божьем. Вот к чему адвентисты призваны. И вот почему еще не наступил конец. Знаете, почему конец еще не наступил? Потому что адвентисты сидят. АСД, знаете, как расшифровывается? Адвентисты сидят дома. Вот когда будет на самом деле адвентисты, ожидающие пришествия Иисуса Христа, тогда дело сдвинется, друзья мои, тогда будет все вперед идти. Итак, братья мои, сестры дорогие, Евангелие. Евангелие – это Евангелие Царства Божьего Владычества. Евангелие – это весть о смерти и воскресении Иисуса Христа. Но Евангелие – это еще и весть о том, что Богу нужно поклониться, о том, что заповеди Господа важны, и о том, что наступил час суда Его. Но верующий на суд, а перешел от смерти в жизнь вечную. Вот оно Евангелие, братья мои и сестры. Помолимся Господу. Наш Отец Небесный, добрая весть о смерти Твоей, Иисус Христос, о воскресении Твоем, о прощении наших грехов когда-то коснулась нашего сердца. Мы просим Тебя, Господь, помоги нам не быть такими людьми, которые, взяв добрую весть, принесли в свой дом, положили где-то в чемоданчик, в чундучок, и как... Я не знаю, как в этой сказке злой Кощей там чахнет над этим сокровищем. Но помоги, Отец Небесный, увидеть, почувствовать, ощутить, осознать эту радость в Господе. Помоги осознать вот свою принадлежность, что мы, Господь, вызваны Тобою и приведены в такую церковь, которая обладает вечным Евангелием, полнотой света, полнотой истины. И Ты, Господь, призвал нас, чтобы были наши ноги в этот мир, несущие это благовестие, раскрывающие людям любовь Твою, милость Твою, благость Твою, говорящие о том, что люди будут осуждены и что принять им нужно Иисуса как своего Спасителя. Помоги также показывать людям, что закон Твой благ, что Он защищает нас, что Он несет охрану нашей жизни, что Он свидетельствует о нашей вере, о нашей принадлежности, что Ты владыка наш, что Ты царь наш. Помоги нам, дай нам мудрости, Отец Небесный. Помоги понять, что Евангелие проповедуют не люди, которые учились и которые образованы. В Слове Твоем написано, что немного из нас образованных, немного из нас князей. Но помоги нам понять, что если в нас есть искреннее желание благовествовать мир, то сила Твоя будет с нами. Дух Божий будет покрывать нас. Дух Святой будет влиять на разум и сердце тех людей, кому мы благовествуем. Защити нас, Отец Небесный, также от мысли, что все нас будут с распростертыми руками принимать. Потому что в Слове Твоем написано, что как только ты начнешь благовествовать мир, жди, что ты будешь получать по полной программе. Но в то же время, Отец Небесный, это не смущает нас. Потому что Петр говорит, это же радость великая, пострадать не за беззаконие какое-нибудь, а пострадать за дело Христа, за благовестие. Во имя Иисуса Христа благослови Церковь Твою, Отец Небесный. Дай нам Духа Твоего Святого. Побуди нас, Отец Небесный, этому миру свидетельствовать о том, что наступил час суда Его. Тебе слава, Тебе честь, Тебе хвала и благодарность. Аминь. Да благословит нас Господь.
Дорогое собрание, сейчас объявляется дополнительный сбор, который пойдет в отдел милосердия. Большая просьба, расположите свои сердца, потому что это наш дар Господу. И отдел милосердия нуждается в нашей поддержке, чтобы в свою очередь оказать помощь нуждающимся людям. Пусть Бог вас благословит в этом служении. А сейчас все призываются к прославлению нашего Господа и Спасителя. Будем петь гимн «Во всех краях земли», номер 273. Я как-то был свидетелем одного удивительного события, приехав на экскурсию в монастырь мужской, и я застал там, интересно, собрались монахи, и старшие их, я не знаю, кто у монахов там над ними руководитель, они послушники,
И прежде чем начать какую-то работу, они должны были что-то выполнить, он им говорит: «Ну что, братья, приступим, помолясь?» И я подумал, как здорово. И я хочу сказать: «Братья и сестры, ну что, приступим, помолясь?» Я приглашаю вас выйти сюда вперед, и давайте мы помолимся, попросим, чтобы Господь нас благословил, нас, народ особенный. Не в смысле того, как этот фарисей говорил, что я не такой, как они. Мы такие же грешники, но мы особенный народ. У нас особая весть для этого мира. Я приглашаю вас, выходите, помолимся, вознесем руки к Господу, поднимем к небу, голос наш возвысим, и Господь услышит нас с небес своих, благословит нас, благословит наши ноги, благословит наши руки, благословит наши сердца и наш разум. Правда? Уже интересно же мы народ, адвентисты, правда? Ух! Исполнили бы мы еще то, к чему мы предназначены, было бы вообще здорово. Помолимся Господу. Наш Отец Небесный, мы просим Тебя по великой милости и любви Твоей, по множеству Твоих щедрот, по долготерпению Твоему и человеку, любию, Господь. И Слово Твоего, Господь, взываем к Тебе, потому что Ты сказал: молитесь, и будет дано вам. Ты сказал: стучите, и откроют. Ты сказал: просящему дает, и ищущий обретает. И мы сегодня, Господь, просим Тебя. Мы ищем наших родных и близких. Мы ищем, чтобы их сердца откликнулись. Мы ищем, чтобы Евангелие, благая весть, коснулась их сердца. Весть о том, что Христос умер за грехи их. Весть о том, что каждому человеку предстоит предъявиться пред судилище Христово. Но только верующие, принявшие Иисуса Христа, переходят в жизнь вечную. Также благая весть о том, что закон Твой благ, добр, дай нам мудрости, Отец наш. Дай нам божественной Твоей мудрости, потому что мы нуждаемся говорить те слова, которые как елей влияют на сердце, которые лечат, которые врачуют, которые производят врачебное действие над разумом и сердцем всех нуждающихся, Господь, в благой вести Твоей. Помоги нам, Отец наш, помажь нас Твоим присутствием и благослови всех, Господь, кого мы принесли сегодня на руках нашей веры в этом молитвенном свитке. Тебе, Господу нашему, слава, Тебе, Господу нашему, держава, ибо Ты Царь наш, Ты Бог наш. Тебя, Господь, мы слушаем, Тебе подчиняемся. Ты руководитель нас, Ты наша путеводная звезда. Аминь. Да благословит нас Господь, братья и сестры. Дорогие друзья, присаживайтесь на свои места, и мы с вами сейчас имеем еще возможность помолиться за все наши внутрицерковные нужды. Особая просьба есть, братья мои и сестры, чтобы вы в тихих молитвах еще раз помолились за концерт, который у нас состоится пасхальный 15 числа в 17:00. Не забудьте взять приглашение. Молитесь, чтобы 22 числа у нас служение прошло людям с ограниченными возможностями. Молитесь о том, чтобы наша церковь могла в городе Городце провести мероприятие, которое запланировано по здоровому образу жизни. Я был на приеме в администрации. Ответа отрицательного не было. Они расположены, чтобы наша церковь там провела это служение. Дело за малым. Осталось отправить им по факсу наши уставные документы. И все равно нужна молитва, чтобы Господь нас благословил в этом служении. И молитесь о том, чтобы сегодня благословение было на том социальном служении, которое наша церковь организовала для тех людей, кто сегодня пришел к нам сюда, на территорию этого храма. Они будут обедать, потом у них будет возможность выбрать для себя одежду, которая им нужна. Также от церкви мы хотели вручить им подарки, и молитва будет для них. Я приглашаю вас в тихой молитве, услышите слова благословения. С зрителями онлайн-трансляции мы прощаемся с вами, пусть Господь вас обильно благословит. Помолимся, в тихих молитвах обратимся к Господу.
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир отныне и вовек. Аминь.